Заросшие травой сельские улицы, старые каменные плиты монастырского двора, живописные тропинки с полевыми цветами, величественная тишина и красота природы. 7 июля в Центре современного искусства открылась выставка художника Владимира Кириллова «Истинного поэта акварели». В последние годы интерес к акварели очень возрос, но тонкая техника не каждому открывает свои тайны. Отчасти этим и объясняется тот факт, что выставки акварелистов все еще считаются редкостью. Именно многолетняя преданность акварели позволила Владимиру Кириллову обрести свой стиль. Художник работает в жанре городского пейзажа, натюрморта и портрета, хотя признается, что берется воплощать на холсте и бумаге все, что его вдохновит. Меня все интересует. Даже я не могу выделить конкретно что-то. Вот. Меня интересует все. И прекрасные лица девочек, и красивые мужчины, то есть, и пейзажи, и натюрморты. У меня все это должно быть. Полувека Владимир Михайлович преподавал студентам начертательную геометрию, черчение, инженерную графику и дизайн в Чувашском государственном университете, где, к слову, в 1980 году состоялась его первая персональная выставка. Умение искать баланс не только в работах над картинами, но и в трудовой жизни позволили художнику не только быть педагогом, но и оставаться востребованным художником. Ну, я думаю, что вот то, что здесь представлено в таком количестве, это для художника, который, допустим, занят на производстве, работает, или же где-то еще преподает. На службе находится, преподает, да, вот в данном случае. И вот, считаю это подвигом. Самая большая тема в творчестве художника – сельский пейзаж. Родные просторы Волги, села Бишево, Гришино, Карамышево. Чувствуется радость художника от соприкосновения с родной природой и немного грустные размышления о красоте уходящего. Многообразие натюрмортов, представленных на выставке, можно разделить на две части. Это предметные натюрморты и букеты. Работа – это какая-то маленькая история, и вот именно каждая из них – это что-то нечто интересное, то, что хочется смотреть, наблюдать, видеть. Очень много цветов и света. Сабина Вишневская, Игорь Зверев, Республика.